Топ-5 учительниц, арестованных за секс с учениками. Номер 5. Бриэн Алтис. 37-летняя Бриэн Алтис приговорена к сроку от 2 до 30 лет тюрьмы за сексуальную связь с тремя учениками в 2013 году в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Один из ее жертв и его родители возбудили дело против нее и школьного округа Дэвис. Алтис ответила на этот кейс в письме суду, в котором указала, что родители 16-летнего подростка никогда не принимали участие в родительских собраниях. Она также указала, что у подростка были натянутые отношения с родителями, и она пыталась оказать ему поддержку. Номер 4. Дебора Лафейв. Дебора Лафейв, 1980 года рождения, бывшая учительница в Темпл-Террейс, Флорида. В 2005 она была обвинена в распутном поведении. Обвинение было основано на факте сексуальных отношений с 14-летним учеником летом 2004 года. Сделка между защитой и обвинением включала отсутствие тюремного заключения и замену его трехлетним домашним арестом и 7 годами испытательного срока. Позже Дебора объясняла свои противозаконные действия биполярным расстройством, то есть резкой сменой настроения от абсолютного счастья до глубокой депрессии и наоборот, а также гиперсексуальностью и неспособностью здравой оценки происходивших событий. Номер 3. Шелли Дюфресни и Рэйчел Респес. Эти две бывшие учительницы из школы в Луизиане были осуждены за половой акт с учеником. Шелли в тот момент ей было 32 года, и Рэйчел в тот момент 24 года занимались сексом втроем с их 16-летним учеником в доме Рэйчел. Подобные свидания продолжались в течение года и снимались на видео, на память. Учительницы были пойманы, когда подросток начал хвастаться этими отношениями перед своими одноклассниками. Номер 2. Хезер Додрил. В 2011-м Хезер Додрил была арестована за сексуальные отношения с 13-летним учеником, которые длились 4 месяца. Додрил встретила подростка в летнем лагере библейской школы, где она работала как один из учителей. Она обвинена в том, что забирала подростка из школы без разрешения родителей к себе домой, где они занимались сексом. Додрил была обвинена в совращении несовершеннолетнего, похищении, непристойном поведении и содействии в преступлении. Номер 1. Памела Роджерс Тернер. В 2005-м Памела Роджерс Тернер была арестована за сексуальные отношения с 13-летним учеником в количестве по меньшей мере 12 раз. Она была приговорена к 9 месяцам тюрьмы как части 8-летнего условного приговора за секс с несовершеннолетним. Однако в июле 2006 она была приговорена к 7 годам заключения в тюрьме за нарушение испытательного периода, поскольку отправляла откровенные видео и собственные обнаженные фото бывшей жертвы. На этом все. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал и не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. Спасибо!